теперь я попробую исследовать цилиндр фараона. Состав уголь, магниты. Каменный уголь. 80 грамм. И сам цилиндр 112 грамм. Равно 18 рублей 48 копеек. Ну, 18,50. Себестоимость цилиндра фараона. Но самый главный вопрос я оставил напоследок. За такие деньги изобретатели дают гарантию излечения? Господин Ковтун ответил честно. Каждый раз, когда меня спрашивают, скажите, а вот от этого поможет или нет? Я говорю, знаете что, честно говоря, я не знаю. Цилиндры фараона не панацея. Они очень хорошие помощники на трудном жизненном пути.